Сейчас мы разберем контрприем на защиту от рычага локтя. Я иду на рычаг локтя. Но мой партнер защищается, загрузив меня. Продолжая держать его руку одной рукой, другой я иду под ногу. Я разворачиваюсь головой и выношу таз. Я вынес таз, и у партнера нет упора с этой стороны. Теперь я могу перевернуть его за счет толчка ногами. Отсюда я могу доделать рычаг локтя. Я продолжаю контролировать ногу противника, чтобы он не мог убежать. И распрямляюсь. Все техники были продемонстрированы тренерами клуба Ранин Фэмили.